компания «Северсталь», вот, главу города и мэра города с прекрасным весенним праздником, чтобы все получалось, город был лучше. Вот, и выглядит вот так, как выглядите вы сегодня. Очень здорово, красиво и по-весеннему. И наши традиционные букеты, вот, тоже такие яркие, главе города. Спасибо вам большое. Лена, очень спасибо. Красиво. Спасибо большое. Все, с праздником вас. Спасибо большое. На последней видеоконференции наш генеральный директор компании «Северсталь» Александр Анатольевич объявил о том, что мы строим в Череповце 3 спортивных площадки для воркаута. Значит, в 3 районах города традиционно. Одна площадка будет располагаться в Заягородском на Леднего 7. Вот, курировать ее строительство будет наш работник. Молодой, перспективный, спортсмен от Бога, я считаю. Вот, ребята, которые там бегают под его организацией по 30 километров и так далее, Денис Иванов. Вторая площадка будет в Зашекснинском, в районе школы номер 4, 14, да. И еще одна, мы долго думали, сомневались, где строить, как бы в самом индустриальном районе. Но после того, как поступило коллективное обращение спортсменов о том, что нужно заменить уже старую изношенную площадку на стадионе «Металлург», мы приняли решение, что она будет на стадионе «Металлург».